бывший полузащитник российской сборной Дмитрий Тарасов объяснил, почему развелся с первой супругой Оксаной Пономаренко. Футболист готовится запустить собственный марафон по отношениям, поэтому делится с поклонниками деталями своих неудач в семейной жизни. По словам Дмитрия, он познакомился с первой женой, когда ему было чуть больше 20 лет. В 2009 году на свет появилась дочь супругов Ангелина. Ангелина появилась, когда мне было 22 года. Получается, я был очень молодой, не понимал всей ответственности, рассказал Тарасов. Отношения футболиста с первой супругой не сложились, и они развелись в 2012 году после примерно 4 лет брака. Дмитрий признался, что до сих пор не может наладить общение с Пономаренко. Сейчас Тарасов жалеет, что его первая дочь осталась без должного внимания отца, поскольку он был занят карьерой и проводил все свободное время с друзьями. После развода с Пономаренко футболист сыграл свадьбу с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Тарасов в браке с Бузовой мечтал о детях, а она о построении карьеры. Но и этот брак в итоге распался.